прелести своей в полете, в радостном порыве. Красавец делают красивей, дурнушек делают милей. Это рецепт от Лопе де Вега. А у меня другой рецепт. Косметика Avon. Avon до танцев, после танцев, ну и, конечно же, во время. Попробуйте. Неделя такого режима, и вы неотразимы. А сейчас у нас неотразимые Александр Бедюшко и неотразимая Лиана Шакурова. На паркет приглашается пара номер 9. Пасадобль. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Eneteando mi caballo por Maciera yo me voy. Las estrellas de la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. A mi morena de mi corazón. Tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor. También el tequila blanca con su sal de sabor. Ay, 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 mi amor. A mi morena de mi corazón. Какой-то Хосе Дидюшко и Лиана Шакурова и Пасадобль, браво! Хосе Дидюшко, песня была про отчаянного. Про тебя? Нет, мы немножко все-таки попытались. Я актер, мы там были серьезными, здесь мы попытались быть немножко другими. Побаловаться? Да. Несерьезными? Какими? Ну, немного так смешными, с юмором. Алла! Ну и как вам? Это было неплохо. Мы поняли ваш юмор. Но мне кажется, что в этом танце, поскольку вы предоставили лично мне хотя бы возможность выбирать между вами и Бандерасом, для меня вы это соревнование проиграли. Владимир. Мне показалось, что выбрав вот шутливую такую ноту, танцоры поступили очень правильно. И редкий случай, когда это сработало именно так, как это должно было быть. Мне очень понравилось. Отлично. Спасибо. Спасибо. К Юрию Николаеву. Спешите. А вы, дорогие мои, спешите звонить. 8 803 333 5009. Александр, Хосе и Лиана. Судя по настроению, довольны, да, Саш? Конечно, довольны, да. Ну, вернее, на 100% мы не можем быть довольны, мы допустили технические огрехи, а так, в общем-то, да, мы получили удовольствие. Во время постановки этого танца и тренировки я просто не могла сдержать вот свой смех и все время смеялась. А здесь нужно было сохранить именно вот это вот состояние неприступности. Над чем ты смеялась? Ну, вот как Саша выходит, как он смотрит. То есть это настолько это смешно. Вот, просто, может быть, не всем видно это сбоку, да, но вот, когда я вижу его глаза и вот это вот в исполнении Саши, тем более на тренировках было очень весело. Знаете, это первый танец, где мы так много смеялись, что просто я за живот хватала. Смотрим оценки. Станислав Попов. Вы знаете, поскольку не было объявлено шуточный танец «Пасадобль», я был вынужден снизить оценку. 8. Алла Сигалова. 8. Владимир Андрюкин. 10. Сумма баллов 26. Уважаемые.
уважаемые телезрители, посылаем цифру 9 по телефону 6060. Вы какие формулы знаете? Я только одну, усиленную витаминами в сотле. Тонус Актив Плюс здесь себе, и тонус здесь себе, актив и масса других плюсов. Какие? Ну, узнайте, выпив сок.